Дорогие мои девочки, что я вам хочу сказать? А сказать я вам хочу следующее. Хоть немножко этот год нас так помотал всех, он и тяжелый был, и бюджетный, и ну всякое бывало. Но я что хочу сказать, следующий год таким не будет. Крыска нам поможет. Я вам желаю счастья женского, семейного счастья, чтобы вы всегда были счастливы, улыбались, никогда не плакали. Если слезка хоть одна появится на ваших глазах, ей-богу, только от счастья, от радости, продолжение рода вашего. Чтобы следующий год, ну, настолько был позитивным, настолько классным, движухи вам, процветания, радости, счастья. И дай Бог нашей Тамарочке шик. Она такая старательная. Ей-богу, девочки, ну так старайся. Все для вас. Приезжайте к нам в гости. Мы вас будем очень рады встретить. Купите, не купите, хоть познакомимся. От чистого сердца. Я вас очень люблю. Приезжайте к нам. Девочки, следующую модель мы показываем большие размеры. Тоже расскажи. Очень модная, легкая. 200 грамм вес, до 74 размера. Угу. Идут вообще тоже вот на финском наполнителе. Нет, это термофин. Да, финский наполнитель. Угу. Термофин идет. Угу. Вообще классная работа. Легкие-легкие. Женщина одевает, ну просто супер. Сидят великолепно. Но это еще маленький, это 62 я вытащила. Ирина, расскажите, пожалуйста, вот вы рассказываете, что легкий наполнитель. Немногие этого это понимают. Легкий наполнитель. Расскажите вот моим подписчикам, что сейчас такие технологии, да, вот. Конечно, 21 век. 21 век. Конечно, да. Вот ты смотри, ну то все, ладно, падает и падает. Ничего. Короче, это говорит о том, что надо купить кому-то. Да, да, они, боже, как семечки. Да. Во-первых, там волокно идет вот в 70 раз тоньше, чем наш волос. Угу. И вот выходишь на улицу, прям шевеление, прям такой комфорт, тепло. В метро едешь, не потеешь. Бывают разные ситуации. Угу. Вот осень носишь, морозы наступают, тепло держит. Угу. Вот подстраивается термофин под температуру. Погоду, под, да? Погоду, конечно. Угу. Если думать, что если холофайбера туда мешок насунуть, или там этого синтепона, это ни о чем. Это наоборот будет холоднее в нем. Угу. Они очень просто комфортные. Люди боятся тоненькие. Почему? Покупать. Боже мой. Они просто не понимают, да, что сейчас разработаны такие технологии, конечно, что конечно. Тоненькие, но они очень теплые. Они я очень сама теплые, куртку, да, купила не у вас, а вот год назад купила. Но я почему-то даже вот сейчас холод хожу, и она. Я прям в ней хожу, как будто в шубе хожу. Да, да. И да, я, да, даже не ожидала. Совершенно. Поэтому верно. Вот я смотрю, у вас такие такого плана очень пуховики, хорошие. Да? Да, да. Ясно. Спасибо так, большое. Сейчас еще покажу. Давайте нам другие модельки показывайте. Так, следующая у нас моделька такая тоже интересная. В общем, ткань идет блюмираж. Тут 4 оттенка получается. Нам, ну, просто здесь так не покажешь, конечно. А на улице идет пыльная роза, фисташка, какао и изумруд. Меняется вот освещение от солнышка, от погоды. 4 оттенка получается. Легкая, 200 грамм вес. Ой, вообще, да. Они, да, идут до 64 размера. Вообще очень классно. Легкая, да, да. Мне нравится, что очень хорошо капюшон сидит. Вот горловиночка вообще в тепле. Реглан не увеличивает плечо. Очень красивый рукавчик. И оно как коконообразное. Знаешь, оно не полнит, а так красиво сужено к низу. Ну, шикарная модель, конечно. Бомбовый, хороший. Размеры самый большой? До 64-го. В этом году отшили. 9500. 9500, ага. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, вот следующая у нас моделька, тоже расскажите, моделечка, пожалуйста. Санкт-Петербург, тоже отшитый, сейчас скажу. В июне, 19-й год, Санкт-Петербург, пожалуйста. Вижу. Модель Доната, она тоже идет на финском наполнителе. 4 кармашечка. Кому-то ручки так удобно, сюда вот я наоборот застегнула. Вот сюда ручки. Кому-то пониже. Пожалуйста. Но вот под любой рост так, так. Либо сюда денежки спрятала. Дальше. Стойка красивая, Жаклин. А в стойке капюшон. Вот он. Отстегиваешь. Скрытый, ага. На молнии отстегиваешь. Оттуда большой богатый капюшон. Ну, фабричные, фирменные. Цвет графит. Вообще легкая. Размер самый большой. До 68-го. Цена? Цена 10 500. Спасибо большое. Классная, спасибо. Да.
Так, следующая у нас моделька. Такой брусничный, красивый цвет. Да. Очень это большие, красивые. Да, размеры? До 78-го. Вот, женщины, до 78-го сейчас. Вот, легкая вообще, очень, правда? Да. Легкая. Горловинка здесь очень красивая. Угу. Капюшон хороший, угу. Не маленький. Угу. Бывает так, что у женщин, например, знаешь, проблема, ручки полненькие. Угу. Вот, оно очень хорошо сидит. Ну, конечно, его нужно одеть. Ну, куда большой размер? Угу. Ну, это еще небольшой, это 66-й я достала. Угу. А так до 74-го. Модель хорошая. До 74-го, да? 74-й, ага. Больше. Тоже легенькая прям, еще девочки. Классно. Угу. И теплая. Мне кажется, человек оденет, уже с нее не выйдет. Да. Вот я, это вот та модель, которую ты оденешь и в ней уйдешь. Да? Да. И конечно, скажите, цена сколько такая? 8500. Ну, угу. Размеры. Спасибо. Прелесть. Так, следующая моделька тоже вот двойная, такая интересная. Тоже красивая модель. Угу. Девочки, значит, здесь съемный капюшон. Капюшончик съемный. Можно как под шарф красивый, восьмерку. Как Жаклин. Сейчас покажу внутри работу. Угу. Тоже бельгийский пойдет, наполнитель. Пойдет. Сейчас я расстегну. Ага. Вон, смотрите, как двойной такой, да? Да, но он вообще сёжечка, смотри, какая хорошая. Угу. Ну, отличное пальто. Очень. 8800. Легкая, да? Да, ну это тоже маленький, 52-й, наверное, вытащил. А до какого размера? До 74-го. До 74-го. И цена? Цена 8500. 8500. Как когда вот так? Ну, знаете, скажу, у вас реально качество хорошее, да? Вот я вот смотрю каждую куртку, конечно. И мне кажется, вот если бы я каждую куртку одевала, и мне бы бабе она хорошо. Да. Видно, что качество хорошее. Сейчас китайскую куртку идешь 5-6 тысяч, да ну... покупают один сезон. А это купил, да, вот уже конечно. Добавить лучше. Девчонки, конечно. Лучше добавить, но купить реально вещь. Да. Вот реально вещи. Вот я каждый пуховик смотрю, я не просто там рекламирую, да, просто показываю вам модельки. Ну, реально красивые модельки. И вот кто придет, да, вот без куртки отсюда не уйдет, вот честно конечно. Скажу. Ирина, скажите, пожалуйста, а вот если мой подписчик придет, вы скидочку сделаете им? Конечно, от Тамары Шик. Да, сделаю пусть скидочку. Говорят, мы от Тамары Шик. Все? А я эти буклетики буду давать скидочные. Да, хорошо, вот. Без проблем. Смотрите, какой. Тоже, смотрите, тоже. Какая работа шикарная. Угу. Красивая такая. Ага. Подклад какой подкладка. Шикарный. Угу. Финский наполнитель, Вольтерм. Угу. Межзима, угу. Но не птичка же летняя. Угу. Все написано. Сертификаты девочки есть. Сертификат. Тело дышит, не потеет. Стирается шикарно. Девчонки, ну теплущее и дышащее. Ну правда, ага. Хорошее. До 70-го размера. Цена? 9500. 9500. Угу. Спасибо. Классно, сидит вообще. Угу. Так, следующая моделька такая тоже интересная. Тоже легкая. Угу, да, легкая. Так, это у нас город Москва, отшивая. Да, это московские пальто, ну, фабричные московские пальто. Тоже угу. Горловинка великолепно, капюшон ага. Сидит. Молния реверсом, угу. Легкая, невесомая. Угу. Тоже сзади, видишь, оно как... Тут нужно чёрное. Только одевать, оно как кокон, красиво смотрится. Угу. Вперед так, то есть а, сзади темненький. Угу. Размеры? До 78-го. Цена? 8500. Угу, спасибо большое. Угу. Так, следующая моделька у нас такая светлая, да, такая да. Нежная. Стирается. Я сама ношу такое пальто. Это фирма Анна Верди. Очень брендовое, красивое пальто. Вот они бренды. Угу. Анна Верди. Угу. Питер. Вот они. Ага. Рукавчики, смотри, как красиво. Угу. Рукавчики съемные. Угу. Можно как 7 восьмых. А здесь вот как кофточка, не поддувает. Тоже финский наполнитель Вольтерм. Угу. 11800 такое пальто. А размер самый большой? Самый большой 56-й. Они угу. От 42 по 56 угу. Размер. А расцветки? Расцветки черные и вот два цвета тоже. Ага. Спасибо и большое. Угу. Да, вообще классно. Сидят, их только нужно одевать. Оно, знаешь, как кокон. Так, ну, красиво. Угу. Так, сейчас. Следующая моделька, это у нас вот девочки, которые интересуются, одеяла такие вот. Да. Смотрите, какие классные. Карманы. И там карман, и так карман. Да. Размеры какие? Размеры до 72-го, от 48-го до 72-го. Цена? Цена 8500. 8500. Посмотрите, какие. Классно, сидят да. Очень хорошо. Угу. А расцветки черные или еще есть какие-то? Черный и темно-синий цвет. Темно-синий. Только два цвета угу. В этой модели. Так, девочки, смотрите. Можно ну, повернуть теплая, капюшончик, теплая. Видите? Да, капюшон и... не маленький, он глубокий, хороший угу. Капюшон. Вот, пожалуйста, вам тоже да, модельчики. Очень. Угу, спасибо. Да, уши, тоже так, следующая вот моделька у нас тоже такой цвет красивый, мне тоже понравился. Угу. Долларовый?
Как он называется? А, да, да, долларовый. Красивый. Посмотрите, какие цвет, фарнитура офигенно. Красивая здесь. Да. Мне нравится. Коронка такая. Да. Вот, пожалуйста. Размеры и цена. От 48 по 60. Нет, 62. По 62, да? Да, 10500 такой. 10500. Угу. Спасибо большое. Угу. Давайте следующую. На. Так, не, следующая надо. Моделька Почему? У нас, как называется? Вот это Кармель Стиль, фабрика, Москва. Ага. Кролик Рекс съемный. Угу. Вот убирать он. Можно его. Конечно, он съемный. Ага. Стирается в машинке. Ткань водоотталкивающая. Такие размеры до 78-го. Сидят очень хорошо. И тоже они на финском наполнителе. Угу. Вот термофин. Но это 64-й маленький достала. Ну вообще до какого размера? До 78-го. Угу. Угу. Тоже классный. Что это цена этого пальто? 10500. 10500. Съемный кролик Рекс, стирается шикарно, размеры до 78-го. Угу. Спасибо.